Привет, ребят. Нахожусь на северном пляже Валенсии, который называется Порт Саплая. Значит, тут же хочу вам показать, значит, оригинальную постройку, которая, значит, была исполнена в виде маленькой Венеции. Вот. Значит, сейчас будем продвигаться немножко правее, откуда начинается первая улица. Но сейчас я хочу немножко развернуться и показать вам общий ракурс входа, как бы в маленькую Венецию. Ну вот, ребят, я как бы нахожусь на одной из первых улиц, значит, этой маленькой Венеции. Значит, чем она характерна? Значит, что все улицы, они тут как бы разведены так, и они, получаются все тупиковые. Но их очень много, и как бы оно вот как бы паутинкой расположено. Ну, значит, коротенькая история маленькой Венеции в том, что, значит, на северном пляже не хватало своего яхт-клуба. Ну и, значит, было решение либо строить отдельный яхт-клуб, либо же вот построить оригинальную, значит, зону, где можно жить и парковаться. Ну и, значит, управление города выбрало, естественно, вариант вот такого как бы маленького городка, маленькая Венеция. Ну вот я как бы нахожусь сейчас в одном из тупичков одной из улиц. И вот сейчас я вам покажу примерный ракурс дальнейшей улицы, которая нас ждет впереди. Вот что интересно, у них все предусмотрено, значит, как бы каждые 2-3 улочки таких, у них, значит, находятся в своем вот этом как бы микрорайончике, значит, свои магазинчики, свои аптеки, свои бары, свои, значит, центры там всякие, здоровья и так далее. Все предусмотрено, потому что очень-очень большая плотность населения, особенно вот в этом микрорайоне. В данный момент, так как сейчас открылся сезон, как говорится, отпусков, отдыха, очень много людей съехали сюда, вот в эту зону, потому что обычно зимой тут все полупустое, все живут в городах, а на лето, на сезон все съезжаются. Хочу вам показать, что швартовочных мест очень много пустых, потому что сейчас все уходят либо в море, либо отплывают в другие какие-то, значит, города, швартуются, отдыхают, там местные уезжают, другие, которым интересно, вот снимают тут квартиры, значит, приезжают, значит, таким макаром. И что-то интересно, вот каждое швартовочное место, вот, например, это, и вот тут как бы вот наверху подъемчик в свою квартиру. Все это рядом, очень удобно, очень практично и все остальное. Но очень дорого, конечно. Но зато прикольно. Все дома разных цветов, разнотипные, практически похожих нет. Значит, каждый цвет, это считается как бы отдельный домик, отдельная квартира. В данный момент нахожусь на Т-образном перекресточке. Вот это вот как бы центральная такая, вот будем говорить, улица, она более широкая, где, возможно, больше пропускная способность. И поворот вот направо, опять же, заходит в такую тупичковую улочку с парковочкой, со всеми делами. Да, вот хочу обратить внимание, очень много внимания уделяется декорации каждого, ну, как бы подъезда, каждого подъема в свою квартиру. Испанцы вообще, значит, они очень любят цветы. И вот как бы вот смотрим, вот каждый подъезд, каждый подъемчик в свою квартиру украшается вот такими цветами. В данный момент нахожусь
на еще одной улочке. Как бы, будем говорить, это такая улица со своим центром. То есть у них тут несколько баров, несколько магазинчиков, аптека и так далее, которые обеспечивают именно вот эту часть Венеции, значит, население. И вот видите, насколько свойственно, значит, могут быть вот дома многоэтажечки, и тут же по обратной стороне улочки, значит, вот такие вот малышки стоят, маленькие домики. Очень прикольно смотрится. Ну вот в данный момент я нахожусь на этой площади, где, как вам говорил, множество баров. Я обычно такой, но видите, сейчас вот время, все пусто. У испанцев сейчас тихий час. Они сейчас все на пляжах, кто в доме отдыхает, кто где. А вечером бары будут все заполнены. Вот хочу вам показать тоже очень оригинальную улочку. И вот именно своими оригинально чем? Со своими застроечками. Вот посмотрите, какое все разнотипное. Значит, в самом клубе Навтика, морской клуб. Вот такой вот флаг, морской флаг из Испании. Обычный флаг, просто с короной. Ну и тут же как бы доки ремонтные по обслуживанию, ремонт легких катеров. Значит, я вышел из маленького леса, в данный момент нахожусь на выходной горловине, в этот яхт-клуб «Самбо». Ну вот, ребята, сейчас хочу показать вам весь ракурс, как бы, ну, отсюда вот видно нормально, длина пляжа Порт-Саплая.
вход в маленькую Венецию, вход-выход. И вот тут заканчивается наш пляж. И вот он сам пляж. Наш самый маленький, но очень компактный, очень удобный. Ну и как бы людей не очень много всегда. Сейчас хочу вам показать короткую, правую набережную. Ну и самая, как говорится, вишенка на торте. Значит, вот она. Ресторан «Ла Пекелья», Венеция. Именно который посвящен этой зоне и этому микрорайону, как бы маленькой Венеции. Добрый вечер, ребята. Значит, добрался домой. В данный момент с Антошей, значит, просматриваем наше видео. И будем как-то его монтировать, чтобы было красивее и удобнее. Это наша третья, ребят, публикация будет. Значит, кому нравится, подписываемся на канал в YouTube. M&M Creo. Жмем лайки, жмем колокольчики. Ребят, чем больше подписки, тем больше публикаций. До следующей встречи. Пока-пока. Oh,